сейчас выходить на лед Федерике Фаелли и Массимо Скалли, потому что они видели оценки, они слышали реакцию. Лучший результат сезона у них невелик, и они понимают, что, возможно, ставка на молодых русских уже сделана. Честно говоря, возраст тоже не в помощь. Опыт. Ну, конечно, пожелаем хорошего выступления. Фигуристы замечательные. Ой-ой-ой-ой, Федерика. Продолжить. Но она остановилась, она его подождала на вторую серию. Да, они слышали оценки Боброва Славина. Я думаю, не выходили, слышали аплодисменты, видели довольных наших ребят. Конечно, это, может быть, повлияло. Интересная поддержка, переход сегодня оригинальный. Вот этим славятся эти фигуристы. Так, нет-нет, раз что-то придумает оригинальное. Тяжеловато они.